13 торговых и развлекательных центров, а также некоторые концертные площадки прокуроры потребовали закрыть из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Выступления некоторых артистов из-за этого уже перенесены в другие заведения. Сегодня прокуроры озвучили кое-какие подробности итогов массовых проверок пожарной безопасности в Кирове. Говорится, что проверено 330 объектов в Кировской области, и из них только к 11 у проверяющих не было претензий. Напомним, проверки начались в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В Кирове и Кирово-Чепецке уже закрыто 6 объектов. Это торговый центр «Прайд», «Бельетаж», «Зенит», «Кировский универмаг», развлекательный центр «Гауди». Из-за ситуации организаторы даже вынуждены переносить выступления артистов на другие площадки Кирова. Это коснулось, например, концерта «Гуфа». Еще по 7 торговым и развлекательным центрам вопрос о временном закрытии еще решается в суде. Прокуроры, кстати, рассказали, что некоторые торговые центры решили не дожидаться предъявления судебных требований. Торговый центр «Лепси», например, временно закрыл сам же собственник сразу после прокурорской проверки. Более подробной информацией прокуратура обещает поделиться 24 апреля.